24 листопада 2016 року на 72-му році пішов із життя педагог, академік, фахівець у галузі ревматології та кардіології, ректор Дніпропетровської медичної академії Георгій Вікторович Дзяк. 31 серпня, напередодні початку навчального року, на будівлі корпусу медакадемії на вулиці Вернадського видатному лікарю відкрили меморіальну дошку. На відкриття зібралися родичі, студенти і колеги академіка Дзяка. Это очень трогательный день. Это день, который, вы знаете, я бы не хотела говорить, что это чтят память человека, но однако это чтят память человека. Знаете, он говорил, что жизнь – это как сердце, которое бьет каждые 20, которое работает 24 часа. И в этом была его суть работы, отношение к людям. Он всегда говорил, что только человечность, добро, преданность может победить любые невзгоды. И это касалось и студентов, это касалось сотрудников медакадемии, это касалось абсолютно всех. Я учился на кафедре Георгия Викторовича. И очень рад, что помимо терапевтической специальности он давал самую главную человеческую специальность, которая называется доброта и сострадание. Очень люблю его за это. Юрий Викторович всегда учил нас быть толерантными, добрыми, любить больного, любить пациента. И все врачи, которые учились у него, не змогли не прийти в такий день. Георгій Вікторович був не тільки керівником, він був лікарем, він був вчителем. Він підготував більше 23 докторів наук, 23 доктора наук, 75 кандидатів наук. Багато за роки його ректорства було зроблено нашою академією.